Программа материнского капитала действует в регионе уже 10 лет. За это время счастливыми обладателями сертификатов стало больше 62 тысяч ульяновских семей. Половина из них уже распорядилась средствами. Сумму, а это без малого 453 тысячи рублей, можно отложить на учебу ребенка, вложить в пенсию мамы, а можно и потратить на решение квартирного вопроса. Работники пенсионного фонда признают, данный пункт расходования средств пользуется большей популярностью. Особенно у жителей районных центров, поселков и деревень, где цены на квадратные метры значительно ниже. Например, близость к областному центру в совокупности с красивой природой и чистым воздухом – отличное подспорье, чтобы приобрести жилье в Чердаклинском районе. Самое популярное направление – это улучшение жилищных условий, где 1653 чердаклинских семьи благодаря средствам материнского капитала в сумме 547 миллионов рублей улучшили свои жилищные условия. Из них 900 семей погасили кредитные обязательства по жилищным кредитам. У наших героев, семьи Исаевых, вопрос, как потратить материнский капитал, не стоял. Несколько лет они ютились в маленькой квартирке в районном центре. После рождения второго ребенка решились на перемены. Когда определились уже и уже можно было воспользоваться материнским капиталом, мы сразу же подали заявку в наш пенсионный фонд, что мы хотим увеличить свою жилплощадь, приобрести дом. Нам пошли навстречу и буквально в считанные минуты, если ожидания сказали, нужно будет ждать 3 месяца, но нам получилось так, что очень быстро к Новому году сделали огромный подарок, и мы приобрели этот дом. Дом мечты, пусть не скоро, но нашелся. Светлый, уютный, а самое главное – просторный. Впереди еще много работы по ремонту и облагораживанию большой террасы, но семья только рада этим приятным хлопотам. Дарья Судрева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.